Всех приветствую на своем YouTube-канале. И сегодня я начинаю серию обзоров на культуры, которые я выращивал в сезоне 2020. Сегодня у нас капуста белокочанная, среднепозднего срока созревания, сорт Мегатон F1. Посадил семечком в грунт 19 мая. Из 15 семечек вышли только 10. Дубовая вторая половина мая и очень знойная первая половина июня очень негативно повлияли на развитие капусты. Лишь 4 июля она достигла состояния высадки на постоянное место жительства в поле. В середине июля капуста пережила очень сильный град, и если бы не ее скромные размеры на тот период, то урожая бы я лишился. Начиная с середины июля, для ускорения развития отстающей капусты, я начал ее подкармливать препаратом азофоска. Разводил столовую ложку на 10 литров и поливал по 2 литра под каждый куст. Эту процедуру я повторял каждые 2-3 недели. Последнюю подкормку провел в 20-х числах сентября, то есть за месяц до уборки. В конце августа я чуть было не потерял весь свой урожай за пару дней в связи с пожиранием гусениц, которые отложили бабочки-белянки. Очень странно было то, что в течение всего сезона бабочки летали, но не откладывали яйца на капусту, а в августе активно начали этот процесс. Причем гусеницы были очень устойчивы классической обработкой золой. Пришлось покупать химический препарат Сэмпай. Эффект был очень хороший. Через час уже все гусеницы были мертвы. В начале октября снял первый кочан. Капуста была явно не готова и имела травянистый вкус. По традиции, знаком для уборки поздней капусты является первый мороз в минус 5 градусов. Он был у нас в Ярославле в ночь с 22 на 23 октября. 24 октября я убрал 9 великолепных кочней весом от 5,5 до 6 килограмм. Стоит отметить, что при своих очень нескромных габаритах капуста имеет очень небольшую корневую систему. Капуста сорта Мегатон способна вырастать весом до 15 килограмм, но такие гиганты мне ни к чему. Сегодня у нас 23 января, 4 штуки уже съели. Очень вкусная, плотная капуста. 5 кочней отлично хранятся в погребке с картошкой, свеклой и морковкой. Подведем итог. Капуста Мегатон F1 – отличный позднеспелый сорт. Хорошо растет, не заражается килой. Это самая распространенная болезнь у капусты. Все кочни имеют одинаковую форму и примерно одинаковый вес. У меня между самым маленьким и самым большим разница всего в 0,5 килограмма. Всем настоятельно рекомендую этот сорт капусты. Обязательно посажу ее в сезоне 2021. Подписываемся на канал. Новые видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!